Всем привет! Сегодня буду плести зимний браслетик новогодний с острыми краями. И как обещала в прошлом видео, я покажу, как делать вот такие остренькие края на поделке из бисера на станке. Этот браслет у нас будет крупней, не как эта подвесочка для телефона была маленькая. Вот. Значит, у меня на схеме этого браслета 22 бисерных ряда, то есть нужно нанизать на станок 23 ниточки и найти серединку. То есть серединка у меня получается на браслете остренькая начинается с двух бисеринок. Это получается у меня между 11 и 12 рядом, то есть на 11 ниточке нужно завязать нашу основную нить, которую будем мы плести, с которой начнем плести. Вот я уже завязала, отсчитала 11 ниточку, нашла, завязала здесь узелочек и нанизываем первый ряд по схеме. Первая у меня беленькая бисеринка, вторая красненькая. Схему можете разработать абсолютно любую. И плетем также вот внизу, как мы сначала всегда плели, таким вот образом. А здесь, где у нас завязан узелочек, мы под эту ниточку отсчитываем тоже 3 ниточки, чтобы наши бисеринки встали как положено. Вытягиваем и протягиваем через них нашу ниточку, наверное, не видно. Ниточку протягиваем, протянули. Дальше у нас идет по схеме наш уголок на возрастание бисеринок. То есть мы там, где вязали уголочек, мы прибавляем туда еще одну нитку и протягиваем нашу иголочку через нее. Вот, нанизала я второй ряд и также. Теперь захватываем мы 4 ниточки, 4 ряда, но 5 ниточек, 4 бисерных ряда получается. И также все мы их продеваем, продели. Опять у нас идет на возрастание. Мы ниточку захватываем, чтобы у нас эта нитка была здесь. Так, и в третий ряд у меня беленькая, красненькая, опять беленькая, две беленьких, две белых и две красных. 4 было во втором ряду, теперь 6 бисеринок. И опять мы тут захватываем еще одну нитку. Таким вот образом. Оп, иголочку просовываем. Расправляем все бисеринки. И продеваем ниточку через бисеринки. И так каждый раз мы прибавляем по нитке. Затягиваем. Теперь опять ниточка у нас пошла. Прибавляем ниточку. И в итоге должно получиться острый край.
вот у меня получился вот такой уголочек. Когда я дошла до крайней ниточки на станке, я начинаю плести дальше, как обычный браслет, ровненько. И, естественно, в конце, внизу, тоже будет у нас такой же уголочек на нашем браслете. Там уже будет ниточка идти на убывание. Продолжим плести. Итак, я дошла почти до конца нашего браслетика, и здесь нужно в конце сделать такой же уголочек, как и в начале. Если мы в начале делали на возрастание ниточку, брали, начиная с двух бисеринок, здесь нужно на убывание. То есть еще две припускаем вниз, отпускаем. Две пропускаем, и с другой стороны тоже две пропускаем ниточки. Одну я уже пропустила. Вот. И нанизываем. Все делаем так же. И иголочкой проходим. Дальше будем пропускать три ниточки. И так далее. Четыре. И пока у нас не останется в конце опять, чтобы набрать две бисеринки. Вот.
Так. Не забываем, что с двух сторон у нас ниточки мы пропускаем. С одной и с другой стороны. И также все по схеме плетем. Такой браслетик у меня получился, очень новогодний, праздничный, здесь и елка, и снеговичок есть, и олень. Очень подойдет такой подарок вашим друзьям, допустим, должен понравиться, детям тоже понравится. Ну все, всем пока, пишите комментарии и до новых встреч. Подписываемся на канал, ставим лайки и не забываем писать комментарии. Всем пока!